Стайка небольших рыб пытается скрыться от преследователей, которые в несколько раз больше и быстрее. Шансов уйти явно мало. Но если не можешь выиграть игру, меняй правила. И тут начинаются фокусы не хуже, чем в последних форсажах. У этих рыб особое строение плавников, что позволяет им почти летать. Ладно, чисто технически это планирование или скольжение по воздуху. У некоторых видов летучих рыб скорость такого финта может достигать 80 км в час. Если ветер будет правильный, то рыба способна преодолеть так несколько сотен метров и уйти от преследования. И это действительно работает. Но, научившись летать, нужно помнить, крылья есть не только у тебя.